Спонсор недельного гороскопа – компания «Бонда». Овен. На этой неделе можете смело приступать к выполнению нового проекта, особенно если он сулит хорошую прибыль. Не стоит, однако, ни с кем делиться своими деловыми планами. А вот личную жизнь можете обсудить с друзьями. Они могут дать дельный совет. Не поддавайтесь эмоциям, чувства могут заставить вас пойти на совершенно неоправданный риск. В выходные постарайтесь найти время не только для пробежки по магазинам, но и для неторопливой прогулки в хорошей компании. Телец. Вторник – весьма удачный день для заключения сделок и важных переговоров. В среду вас могут отправить в командировку. Поездка подарит новые впечатления и знакомства. К концу недели постарайтесь реально оценить свои силы и не взваливать на себя непосильный объем работы, иначе можно остаться без выходных. Близнецы. В погоне за справедливостью постарайтесь избегать конфликтов. Она восторжествует чуть позже, пока поберегите силы. На этой неделе стоит доверить принятие важных решений другим. Сейчас хорошее время, чтобы работать в команде, а не тянуть одеяло на себя. В воскресенье не рекомендуется откровенничать, отложите на будущие беседы и душещипательные темы. Рак. Первая половина недели позволит справиться со многими накопившимися и наболевшими проблемами. Вторая, наоборот, будет не слишком удачной, но главное – не падать духом. Трудности – это временное явление. Вам сейчас, как воздух, необходима комфортная атмосфера и забота близких людей. А вот получите ли вы все это, зависит исключительно от вас. В выходные выбирайтесь в гости, на концерт или посетите выставку. Лев. Не отступайте от намеченных планов, и тогда вы сможете успешно их реализовать. Ловите миг удачи и постарайтесь его удержать. Работайте на свой успех. В вашей карьере сейчас наступил очень ответственный период. В среду и четверг постарайтесь контролировать свои эмоции. Не доводите споры и разногласия во взглядах до конфликтной ситуации. В выходные не помешает устроить генеральную уборку в доме. Дева. На этой неделе вероятны профессиональный взлет и успех в самых различных областях. Однако найдутся те, кто вам позавидует. Так что лучше не хвастаться своими достижениями. В четверг лучше не начинать ничего нового. Избегайте стрессовых ситуаций. В субботу займитесь благоустройством своего жилища. Это может быть ремонт, перестановка мебели, покупка нового телевизора или стиральной машины. Весы. На этой неделе профессиональная сфера отнимет много сил и времени, но за это можно ожидать премию и повышение зарплаты. В четверг не болтайте лишнего при общении со случайными людьми. В пятницу предстоят встречи с давними друзьями, так что можете расслабиться и хорошо провести вечер. В субботу желательно найти время для отдыха и общения, но не забывать о данных обещаниях. Постарайтесь сделать все, что не доделали. Скорпион. Сейчас самое время, чтобы двигаться вперед. Вы смело можете расширять свой бизнес или приступать к новому виду деятельности. Но для успеха вам понадобится талант дипломата. Он на этой неделе будет цениться больше, чем принципиальность. Постарайтесь не отказывать в помощи близким и будьте готовы сами ее предложить. Если почувствуете, что нуждающийся в ней стесняется вас попросить об этом. Стрелец. Всю неделю вы, похоже, будете улаживать возникающие проблемы на работе или в общении с близкими. Не исключено, что вам придется мирить родственников или друзей. Однако прежде чем действовать, стоит все тщательно продумать и подготовить.
Не беспокойтесь, ваша настойчивость и внимание к деталям помогут добиться желаемого. В выходные дни важно никуда не торопиться, а просто отдохнуть ото всех забот. Козерог. На этой неделе просто плывите по течению. Замедлитесь, предавайтесь фантазии. Не стоит проявлять инициативу и слишком многое брать на себя. Вам сами все предложат и все дадут. Можно ожидать судьбоносную встречу. Надо только оказаться в нужном месте и в нужное время. А вот в выходные проявите активность, но не на работе, а в отдыхе и в развлечениях. Водолей. В начале недели постарайтесь проявить выдержку и дипломатичность. Разногласия с коллегами по работе должны быть урегулированы исключительно в парламентарских выражениях. Важно, чтобы никто не затаил на вас обиду. Вы можете завязать множество интересных и полезных знакомств, особенно в четверг и в пятницу. Вы в полной мере осознаете всю власть своего обаяния. В субботний вечер было бы неплохо сходить в кино. Рыбы. Понедельник и вторник посвятите общению, профессиональному или дружескому. А вот в конце недели придется сосредоточиться на делах, не отвлекаясь ни на что постороннее. У вас будет немало интересных идей и планов, но пока рано думать об их реализации. Собирайте информацию на интересующие вас темы. Она вам пригодится в будущем. Компания Бонда – ваш спутник в мире компьютерной техники.